ты не там. Я увидел то, что представляет собой арт-деко. То есть арт-деко – это смесь классики с современным образом жизни. То есть это создали американцы в 25-м году. Наверняка многие из вас были в Нью-Йорке, там есть такой Рокфеллер-центр. То есть визуально это комплекс абсолютно выдержанный, строгий, но самое вкусное начинается внутри. При всей строгости фасада внутри очень много сюрпризов. И сюрпризов, построенных на эмоциях. Надеюсь, вы это цените. Спасибо.